подписчики моего канала. Посмотрите, сегодня выпал первый снег. Вот на этом месте в прошлом видео я вам показал, как я сажал просто тюльпаны. Ну вот уже выпал снег. Но еще не поздно посадить тюльпаны. Вот сейчас очень много в цветочных магазинах продается различных тюльпанов. Вот в частности фирма Флос продает тюльпан Queen of Sheba. Вот они эти лепятся, 15 штук. И здесь на грядке, на моей клумбе, извините, я сделал такие вот 15 глубоких дырочек, в которые я сейчас буду помещать эти луковицы. Вот таким способом. Опа! Посадим. Вот что-то не хватило одной дырочки. Вот так вот сделаем здесь лопатой расширение. Ну вот, все наши тюльпаны посажены. Ну что ж, лилиецветный тюльпан, посмотрим на тебя весной. Спасибо всем за просмотр. Кто еще не посадил тюльпаны, это сделать еще не поздно. Спасибо большое. Увидимся всем в следующем видео.